11 июля 2011 19:54 устанавливается Deadpace 2 Severed. Блин, чтобы купить этот Severed, мне пришлось столько всего. Я хотел сделать мобильную карту на телефон, но там какая-то ошибка была. Я ждал 3 дня, эту ошибку так не исправили. Вот, пластиковая карточка кредитная, она стоит каких-то денег, да, чтобы ее обслуживать, там все такое. А эта мобильная карта, она бесплатная. Но там какая-то ошибка была у меня на сим-карте, и ее никак не могли исправить, и поэтому я ждал 3 дня. Вот. А потом я обнаружил то, что я на материн телефон могу карточку заказать, там никакой ошибки нету. Вот. О, установка завершена. Короче, я на материн телефон заказал карточку, положил туда средства и купил Severed, и вот сейчас установил, сейчас поиграем, блядь. О-о-о, зашибись, блин. Сейчас мне надо диск Dead Space достать. Resident Evil 2, ой, 5, это Dead Space 2, но диск у меня не тут, потому что я еще в Resident сейчас играю, поэтому я решил в Resident положить. Вот, короче, я хотел сделать карту сначала пластиковую, потом оказалось, что она очень дорогая, во, что она, короче, дорогая, блин, ну, то есть там нужно еще платить за ее обслуживание, а мобильная карта бесплатная. Ну вот мне пришлось подождать каждый день, ну, на протяжении 3 дней, каждый день звонил этот Билайн. Мне сказали, ваша заявка передана, пока еще ничего не исправили. Вот, в общем, суть была в том, что там ошибка была такая, то, что система думала, что я не израсходовал стартовый баланс 150 рублей. Хотя у меня уже с 2006 года я пользуюсь, вот Dead Space 2 запускается. Это от мобильника свет. На экране. Вот. Короче, система глючила, она думала, что я не израсходовал стартовый баланс 150 рублей, а пока не израсходуешь этот стартовый баланс, нельзя ничего делать. Вот. Система глючила, и этот глюк никак не могли исправить. Вот, а потом я смотрю, взял материн телефон, а там, короче, никакого глюка нету. И я спокойно сделал карту на ее телефон, внес средства, и вот купил Severed, наконец-то, блин. Вот, блин. Сейчас запустим, проверим, блин. Пойдет она или нет. Прикольно будет, если не пойдет. Только всякой хуйни, блин, пришлось ждать. В итоге скачалось, установилось, все. И сейчас еще, если не пойдет, вообще будет пиздец. Я вообще тогда с балкона нахуй спущусь. Я шучу, конечно. Во, одиночная игра. Новая игра. Бля, я нажимаю крестик. Ва. Оказывается, курсор был где-то вот тут. Продолжить текущую игру. А я еще не начинал проходить, я только на компе играл. На Соньке я еще не играл. Вот, курсор тут был на продолжить. Я не могу продолжить, потому что у меня еще нет сохранения. Вот, новая игра. Вот. Dead Space 2 обычная и Severed. Еее, блядь, сейчас поиграем нахуй. Запускаем. Средний. А хули, блядь, будем сразу на нереальном играть? Чё мы нормально, ля? Так, настройки яркость, во, всё, пошло нахуй, во, круто, блядь. Бля, я так счастлив, просто мне ебали мозги с этой карточкой, блядь, никак не могли мне её сделать. Просто я, блин, так хотел дополнение, я специально купил на Соньку Dead Space 2. Во, блядь, пошло! Потому что на компе дополнений нету же нихуя. Я специально купил на Соньку, рассчитывая на то, что я куплю и дополнение. И вот наконец-то, блядь, пиздец, я рад нахуй. А это можно пропустить? Я хочу сразу поиграть. Контрольная точка. У меня нет контрольной точки, я еще играть не начал. Ёб твою мать нахуй. Пиздец, я рад нахуй, охуеть. О, блядь! Давай уже, я играть хочу, ёб твою мать, нахуй! Чего, бля? Контрольная точка, нахуй! Пиздец, я усываюсь над системой. Почему заставку пропустить нельзя? О, блядь, тебе нахуй! Я играть хочу, блядь, вот нахуй! О! А субтитры на русском языке, блядь!
Они даже дополнение перевели, вот засранцы, блядь. Молодцы, ёпта. Заебись, нахуй. Че, водички попью, блядь. Все, блядь, пошли. Ой, ёпта, Северет, нахуй. Блядь, мне неудобно, тут нужно двумя стиками управлять, а я в одной руке держу мобильник, поэтому мне управлять неудобно, нахуй. Ну, в общем, короче, Северет запустилась, все, нахуй. Сейчас, кстати, надо сходить в магазин за пивом. Во, блядь, куплю пивка, буду играть. Мне просто неудобно одной рукой держать мобильник, тут же нужно управлять двумя. Так что все, удачно, успешно, наконец-то, блядь, все произошло. Ну чё? Кто смотрел это видео, всем респект, я Толян, сейчас еще водички попью.